Лучшие кулинарные решения собраны в одном компактном устройстве от Manfield – микроволновой печи серии MBMO-257. В этом обзоре мы расскажем, как получить то, что можно приготовить только на природе, не выходя за пределы любимой кухни. Микроволновая печь с функцией гриля объемом 25 литров и колоссально экономичным энергопотреблением. Внешнее решение микроволновой печи – это черное тонированное закаленное стекло. Управление сенсорное сконцентрировано в правой части микроволновой печи. Серия представлена вариантами расцветок – черная, слоновая кость и белая. Открытие дверцы производится нажатием на сенсорную клавишу. Комплектация включает решетку для гриля, стеклянный поднос, и вращающееся кольцо. Внутреннее пространство камеры выполнено из пищевой стали 0,9 мм IC304. В правой стороне камеры расположилась подсветка, а в верхней для экономии пространства и улучшения характеристик кварцевый гриль. Модель оснащена качественным магнетроном и в сочетании работы с грилем дает непревзойденный результат. Кварцевый нагреватель, в отличие от классического TEN-нагревателя, занимает меньше места, а значит увеличивает полезный объем микроволновой печи. Второе неоспоримое преимущество кварцевого гриля перед традиционным – это быстрый разогрев. Профессионалы докажут, что чем меньше по времени воздействие термическое на продукт, тем больше полезных свойств он сохранит. Третье неоспоримое преимущество кварцевого гриля – это экономичность в отличие от традиционного нагревателя. Финальный аргумент для гурманов – данный вид гриля дает вкус блюдам, словно они приготовлены на открытом огне. А чтобы блюда и впрямь получились словно с мангала, предусмотрена хромированная решетка в комплекте. Управление производится с помощью 5 основных клавиш и ползунка регулировки мощности и выбора определенных функций. Итак, начнем с основного – выбор мощности микроволн. Несколько вариантов предоставлено пользователю, и вы выбираете нужную мощность микроволн – 100%, 80%, 50%, 30%. Или 10. Печь может работать в режиме гриля, в данном случае не работает магнетрон, исключительно гриль на 100%. Данный режим идеально подойдет для запекания хлеба, тостов или приготовления хлебцов. Комбинированные режимы. Первый работает 80% гриля и 20% микроволн. Идеально подходит для приготовления стейков, сильной прожарки мяса, кебаба или колбасных изделий. Второй комбинированный режим включает 70% гриля и 30% микроволн. Идеально подойдет для прожарки небольших кусков мяса, свинины, куриных крылышек, ножек или грудинки. Выбор необходимого режима можно осуществлять как с помощью нажатия на клавишу, так и установкой ползунком. Все производимые манипуляции отображаются на LED-дисплее. Функция разморозки предусматривает два параметра для использования – по весу и по времени. В случае разморозки по весу пользователю предоставлена возможность установки от 100 граммов до 2 кг. При установке времени разморозки пользователю предоставляется промежуток времени от 5 секунд до 95 минут. И, пожалуй, самое привычное использование микроволновки – это обыкновенный старт. Мощность максимальная в режиме микроволн 1450 Вт. Выходная мощность микроволн 900 Вт, а в режиме гриля 1000 Вт. Диаметр крутящегося поддона 315 мм. Ширина 600 мм. Помимо автоматического приготовления, быстрого приготовления функций запроса, данная серия оснащена замком от детей.
Перед использованием микроволновой печи обязательно прочтите инструкцию, особенно в разделе использования гриля. Перед некоторыми режимами необходим дополнительный прогрев. Не поленитесь, и тогда вы почувствуете надежность техники Manfrotto. Что мы получаем в итоге? Это не просто встраиваемая, стильная, красивая микроволновая печь. Это многофункциональное устройство с автоматическими функциями и множеством ручных настроек. В печи предусмотрены часы и таймер. Таймер устанавливается от 5 секунд до 95 минут. Английская мудрость гласит: макароны, приготовленные на гриле, кажутся шашлыком. Мы желаем вам приятного аппетита. Воплощайте самые смелые фантазии вместе с Manfrotto.